В Кривом Роге их называют сестрами. 9 доменных печей металлургического комбината имени Ленина. Они поднимались одна за другой, и каждая следующая была крупнее своей предшественницы. Ведь рост размеров – это лучший технико-экономический показатель. Снижаются удельные капитальные затраты, повышается производительность труда, а себестоимость чугуна становится меньше. Выполняя директивы 24-го съезда партии о повышении производительности труда за счет создания агрегатов большой единичной мощности, советские металлурги создали домну объемом в 5000 кубических метров. Создание крупнейшей в мире домны потребовало принципиально новых инженерных решений для многих узлов и агрегатов. Вместо прерывисто работающих скиповых подъемников, ленточный конвейер подает шихту на калашник. Автоматизированы все системы загрузки. Воздухонагреватели с выносными камерами горения позволили повысить температуру дутья до 1400 градусов и значительно сократили потребность в коксе. Применение круглой планировки литейного двора облегчило механизацию трудоемких горновых работ. Поочередно открывая 4 летки, доменщики ведут практически непрерывный выпуск металла и шлака. В новой домне царствует автоматика. За всеми параметрами плавки следит ЭВМ. Она не только дает готовые рекомендации на центральный пульт, но и сама управляет отдельными локальными системами. Девятая Криворожская домна производит чугуна столько же, сколько вся дореволюционная Россия. Она открывает новую страницу технического прогресса в черной металлургии.